женщины. Сейчас нахожусь в поисках подходящего материала. Планирую снять и поставить новую картину, которая бы заинтересовала многих. А что-нибудь на тему брака и любви. То, чего нам в жизни так часто не хватает. Но пока я вся в раздумьях, и пока у меня идеи, скоро они будут воплощены в жизнь.